Сейчас мы дозрели до, собственно, создания единой системы, некой облачного решения для ведения всех данных, включая надежность. Соответственно, накапливаем уже свою статистику по тем самым моделям отказов, о которых будем говорить, и надеемся на как бы интерес аудитории, чтобы поучаствовать в этом проекте в том числе. Ну, соответственно, да, как бы в этой базе уже появляется библиотека надежности компонентов. То есть некие уже данные, на базе которых можно строить некие планы с учетом надежности не просто оборудования, не просто там системы технологической или не просто цеха. А вся у нас теория надежности, она по сути имеет дело с компонентами. То есть отказ компонент внутри некоего оборудования либо внутри системы. Ну, я просто здесь показываю, что данные именно в цифрах по интенсивности отказов, они уже появляются, их можно использовать. Мы, собственно, про это и говорим сегодня.